Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей партии на 10 человек, в которой я играю за Бразилию в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше смотреть с самого начала. Кроме того, спонсоры канала видят все серии сразу. На этом вступительное слово закончено, приятного вам продолжения просмотра. Так, исторические хроники пока отложим. Он там по всему нормально идет. А строительство у нас где? Угу. Надо было бы, конечно, строительство открыть. Так, давайте Виктора в Манаус. Так, я в принципе в Союз достаточно скоро выйду в Нубе. Ну что там, если хорошая Петра у Соло? Никуда. Если нет, если... то что? Не, у меня грустная Петра. Сегодня точно домов 6. Так, могу оливками торгануть. По-моему, я. Не, я Мали кинул. Правильный выбор. О, я что-то, я, блин, забыл, а тут оставили в этом моде за счастье Шотландии там бонусы? Да, оставили. Да. Ну тогда я затупил, что кинул. Они там переделали только, по-моему, гольф-поле это, да? И все. Они так уж и переделали в патче, поэтому... Ну, оно неплохое такое, мне нравится. Не, ну, оно прям... Вот эти вот все строящиеся уникальные штуки, они в ЦПЛе прям... Да, да. Хотя ладно, что это? Рядышком. Они не топовые. Мали. Просто он сейчас заберется, чуть-чуть, а мы будем... Вот так вот. На что он забрал? Он забрал Петру, ой, Оракул и пирамиды. Я про будущее. У него там просто хорошо стоят культурные районы, но это не очень страшно. Там только 2-3. Не, так он, 2-3. Он на Ганзу сейчас заберет всех инженеров. Не, ну Ганза, не, инженеров Ганза. Я не факт, что отдам. Ну хотя первого он, конечно, забирает, но я просто не спешил пока пустого. Так, сколько мне там ходов осталось? 6 ходов. Так, а после Кабула еще кто-то кроме голландца живет? Выйду. Хочется просто найти всех. Блин, а чё я не переключил исторические хроники, блин? Угу. Так, и можно уже поставить первого посла и в Кахоке их подправлять. Недостаточно жилья, давайте на... Да ладно. И здесь просто производство поставим. Ученичество открыли. Две галеры. Давайте навигацию по звездам. Нужны гавани. Тут рис хочу вырубить. Россия, а что у тебя за религия? Еврейство. Тут надо вырубать и центр коммерции строить.
Антисемитизмом. Антисемитизмом. Александр кинул дружбу, через 5 ходов кину союз. Куда пингалу посадить? Может уже пересаживать... Ну вот тут надо вырубить лес и рис и пересаживать будем с тобой дружить. Магнуса. В жизни вместе. Есть на торговлю ресурсы, если кому-то интересно. Давай с тобой. Так, давайте водяную мельницу. Ну, где-то надо что-то. Из Манауса я отправил, да? Нет. Когда из Манауса... Нет, построилась... Надо дорогу все-таки провести, ладно. О, Мачу-Пикчу, да. Да-да-да. В этом случае это хорошее чудо. А, Дедка, ты мне оленей хотя поставишь или... Ну, если нет. Ты долго будешь идти, то нет. Если поставишь в течение 10 ходов, то я не буду трогать. Как тебе такой вариант? Ну, я успею, я просто сейчас выйду и буду покупать, ну, и куплю двух этих. Амбар, чтобы 10 жителей достиг. Блин, не взял. Ну, сейчас следую игры и развлечения, надо первого посла взять. Ну и надо кавалерию немножко поднастроить. А, кто увел? А кто построил? Я его тоже хотел бы построить. Колосса поданы. Андет. Что там? Прям расстроил. Что Кахокия хочет? Копейщиков. О, карнавал. Ну это мой уникальный рынок, кстати, надо не забыть бы. Курганы Кахоки плюс 3 золота и плюс 1 удовольствие от первого построенного кургана. Ну, кстати, ничего так. А, Грег, а ты можешь своего всадника отсюда убрать? По моей столице. Ну что, библиотеку построим или торговца? Давайте торговца. Или библиотеку. Вообще, я бы тут вот вырубил и театралку поставил. Прости, Соло, уже кто-то посла закинуть, закинул. Так, здесь надо рис вырубать. Еще один ход и убираем Магнуса в Кампинос, пожалуй. А нет, два хода, надо до 10 жителей вырасти. Если я его уберу, то он не вырастет. Ну, вот соберешь потом себе четвертого, кинешь посла. Так, значит, у нас откуда бегает? Рио-де-Жанейро, Сан-Пауло, бро, из Манауса надо. Немец араку забрал. Ну, он его сразу забрал. Надо немца стопать. Ну сразу. Андетка. Что? Остановись. Стой. Хорошо. Стой, остановись. Так у него только молиться. Еще голландец, на голландец далеко достаточно. На голландец далековато. А так ты на. Так ты ж подни. Я? Да я далеко. Мне тут чуть не выйдет. Там, во-первых, проход в одну клетку, и он там уже поставил кампус. Ну, кампус не так плохо, как военный лагерь, но тем не менее. А во-вторых, ну, проход в одну клетку. Так, тут пока отложим. Я думаю, это, в принципе, все в ГСВ.
Стойте, а что, кто-то уже Петру построил? Так ты же ее построил. Соло построил. А, соло. Да что вы... Все увели, просто все увели. Все, можно пересаживать. Какие вот сейчас люди. Да, давайте в Кампинос. Смотрите, я эту клеточку выкупил или... Так, сама ребятки, а вы что тут выкупил. А если я выкуплю, которая... Который третий радиус у тебя, а у меня второй. Как ты думаешь? А кого что не берем? На, чтобы тебе не было сомнений. Выкупать, не выкупать. Ну ладно, окей. А вот по этой причине я не хотел, чтобы тут ты свой город ставил, видишь, вот это вот. Гомосятина началась. Она же чисто в позиционке меня волнует. Мне не нужна она сама по себе, ты же понимаешь. Просто, что там два прохода, оба сложно будет удерживать. Блин, теряю производство. Теперь уже начал терять производство. Я так бы знаю, что с этим сделать. Но не так удобно теперь. Ты же мирный человек, никогда ни с кем не ссорюсь по таким поводам. Да, ты тихо нападаешь, да? Я вообще редко нападаю, только если уже вынуждают. А часто нападать это как вообще? Грек, убери коня. Отдам маску. Как я? Что я что-то пропустил? Часто нападаешь. Вообще не нападаю. Обманываешь. Так, я могу тут кампус построить, да? Честная пионерская. Блин, придется денежки потратить. Да, вопросов нет. Здесь. Ходят монетки 3. У немца 14 очков писать, если что, он по культуре еще сейчас улетит. Ну, я вам говорил. Его надо стопать. Иначе будет бобо. Ну, там я только Мали может что-то сделать, я так понял, из ваших разговоров. О, я не знаю, если честно, у меня такое ощущение, что я один с ним ничего не сделаю. Просто прибеги. Туда. Просто прибеги. Ну, что-нибудь сделать. Я тут качку. Остальное у меня наравне с греком. Меня обгоняет какой-то Майли. По военной победе тоже так. Блин, театралки нужны, да. Вот тут надо театралочку. Грек юнитов быстро строит достаточно. Да, да. Грек, с Лёшей, у вас там что, холодная война? Вы как-то прям... У вас там напряженно идете. Ну да, похоже. Грек, а немец, хотел сказать. Но не важно. Ну, я готов союз заключать, кинешь, как будешь готов. Конечно, можно дождаться три хода Магнуса вырубить, но я не буду, мне надо уже театралку здесь сделать. Слушайте, Лёша, андетка вам долго достаточно? Мне недолго, мне где-то 6 ходов. Я уже готов. Слушай, ну не делай союз с немцем. Давай усили его, давай заключи с ним союз, усили его. По-моему, логично, чтобы с немцем вообще никто союз не заключал. Нет? Это вообще возможно? Так. Где мне там прачника? Жаль.
Навигация по звездам. Мельница строится, судостроение. Что, я две галеры фиг взять, когда создам еще? Тридцать восемь, двадцать, но я где-то в центре, видимо. Ну, в смысле. Наконец-то новая эпоха просто. Ребятки, тут у немцы не только очки великих писателей, но еще и. Но у него все будет. Давайте коалицию, что ли? Если вы его сейчас не стопните, то его вообще не. Я предлагаю остановку. Ну, нет никаких союзов и торговлю поиграть. Я предлагаю тех, кто не исследовал карту и не видит, где находится Немать, ничего вообще не говорить там. Ничего не предлагать, как вам такой вариант. Вот с этим я согласен, Леша, конструктор. Не, ну не торговать с ним тоже, наверное, лишнее не будет. Ну не торговать, само собой. Строителей оставлю. Блин, кавалерию хочется еще построить. Соседство в кампус оставлю. Желаете ли вы остановить вражду наших цивилизаций и прийти к союзам? Да, готов. Я только через 6 ходов. Только если ты прекратишь молча выкупать клетки, вот как ты сделал в Спарте, как ты сделал... Ну вот ты у меня тоже выкупил. Как ты сделал в Коринфе. Были вынуждены. А что в Коринфе странно, у тебя городов там нету. Я вел туда город ставить именно ради вот этого места. Как только ты там выкупил клетку, оно стало бессмысленно туда вести город. Я вам предлагаю подумать о ваших душах и с немцем что-нибудь сделать. Да хватит там с другого конца карты говорить, что надо делать что-то с немцем. У него один сосед, это я, Мали. И я пока не знаю, что с ним можно сделать. Нет, давай еще так скажем. Мы можем еще с шотландцем выйти в морские юниты и с моря что-то ему делать. Нет, ну, обстреливать, не захватывать заблочки, город. Ну вот кто там предлагал? Вот заблочки ему, чтобы у него не расширялось от культуры у него, ну, хотя бы вот такой... Да, момент, давайте что, против да, культуры, и какой у там, него, и какой у него ресурс роскоши? Посмотрите ресурс роскоши. У него совпадают с моими, все, вы как бы ударите не только по нему. Ну, скажите, какой, я не вижу. Сейчас расскажу. Но я у него вижу шоколад. Баним шоколад? Это то, что у него много. Ну давайте шоколад. Янтарь. Давайте забаним янтарь. Давайте. Да, янтарь тоже есть. Ну давайте забаним, если что, и с кем поменяюсь. Владик, хотя там не жирненько, случайно столько. Я думаю, никто не будет проверять. Там компуса построил, что ли, по плюс 90? Плюс 8, плюс 10. А ты Мачу-Пикчу построил? Не, у меня просто... Да. Мачу-Пикчу разве влияет на кампуса? Мачу-Пикчу не влияет. Мачу-Пикчу не влияет. Точно, там же промзона. Не, ну тут еще просто Золотой век, и я до этого строил много коммерческих районов. Обрати внимание, Андетка, что Саладин против тебя голосовал. И чего? Они же не соседи. Кто? Саладин и Андетка. Так я говорю, что он против тебя голосовал, что им... Хорошо, сейчас бы прошло... Не прошло против Андетки, но... А, правда? Да? Да, он против тебя голосовал. Саладин голосовал против Влада. Саладин голосовал против Влада. В смысле, я против немца голосовал?
Нет. Написано. Соло, выбранная цель, Роберт Брюс. Так и ты, Брут, да? Понятно. Не-не-не. Значит, не так нажал. Не так что-то нажал. Такая сложная игра, вообще непонятно, что нажимать. Ребята, а как город подставить? Что надо сделать? Бывает, бывает. Ребята, как тут побеждать вообще? Так, Лёша, давай дружбу. Давай. Лёша пока не в союзе. Право прохода дашь? Да. Вот это славненько. Предложение, шотландец. Вот. Ну тут воевать между нами просто реально нету смысла, иначе там чувак улетает. Я жду, когда Магнус прибудет. Ну, когда у меня тоже когда закончится. Я жду, когда Магнус прибудет. Это я все отдам эти клетки комбинацию. Рынков достроится тогда в новых городах. Я бы еще, конечно, поселенцев построил. Десять ходов поселенцы. Ну вот госслужбу открою, поставлю. О, блин, это что, не поменял ни хрена. Отлично, так. Ладно, давайте прям сейчас уже. Семь ходов. Ну вот тут надо мне еще города ставить. Здесь, здесь. Если я не воюю и не захватываю, то города нужны. Тут уже все перекрыто. Ну, тут еще, наверное, три города можно всунуть. Наверное, можно. Все, Магнус приехал. Вырубили. Так, эта клетка не относится к Кампинусу. Передали. Вырубили. Как насчет союзик какой-нибудь сделать? Против союза здесь с ним были только что все. Какие союзы с немцем? Кто это там? Это кто сказал союз? Убей врага. Кто этот союз с немцами делает, расскажите? Голландия. А что, голландцы больше не с кем? У меня из ближних больше некого. Просто у Голландии 35 военной мощи, он боится немцев. Как-то я боюсь, серьезно. Серьезно. Они не смогут прийти друг к другу, между ними куча расстояния. Отдаю обратно клетку. Пока дойдут, то эти юниты уже морально устают. Так, давайте кампус. Смотрите, произошло извержение и... Нет, но если смотреть на науку, то юниты немцы не устареют. Слушайте, а я смотрю, извержение убирают ресурсы с карты. Смотрите, наука шотландцам. Один такой же. У тебя не только наука, у тебя все остальное тоже зашибись. Промки. У меня культура немножко больше, чем анимация Муса. Ну то есть у тебя, у кого-то больше, чем у другого, другой у тебя все много, у тебя все много, все вместе много. Ты просто классный парень, просто скажем, Андетка. Нет, там как бы наука и промка уже достаточно, чтобы все было хорошо. Самолеты выше, да быстро. Что вы скейтите, но человек правильно все делает, и ну все да, хорошо да. Так мы же выиграли, я не понимаю, проблем. Уже игра на выигрывать. Нет, тут ставится вопрос, а что делали вы еще? У меня все хорошо. То есть мы сейчас делаем, пытаемся его остановить, что вы делали. Или тут игра про то, как у кого какое место, кто города поставил, и все, и расходимся. Ну да, 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 есть. Грех, это в союзах? Скажите мне, где научные ГГшки, я хоть как-то до них добраться. Вот тоже не знаю, где научные ГГшки. Там ФЕС есть, Болонья есть. Вот подождите, вы хейтите немца в то время, как у нас шотландец 140 науки, лол. Нормально, он просто пить дехует. Это... Я далеко прошел, и у меня свои бонусы есть. И греческий век. Тут как бы. Не, я не спорю, я
не спорю. И она упадет, но не сильно, само собой. У меня хорошая компоса есть. Так, Мали и Грек готов на союзы. Точнее, я в них вышел. Кидай, просто. Мали. У меня только два хода еще осталось. Мали, какой ты хочешь, да? Не знаю, культурный или научный? Давай научный, давай научный. Грек, тогда с тобой Грек, культурный. Нету, ты слишком далеко, да? Это же крова. Грек. Хорошо. А экономический у тебя есть? Грек, ну, мне культурный больше нужен, чем экономический. О. Грек, я готов с тобой. Разлив. А ты кто? Один. Россия, предложение. Экономический. У нас просто города есть морские, можно. А ты не хочешь научный, допустим? Нубия. Я бы экономически с тобой хотел. Ну, кидай научную, разница, может. Блин, может в образование? Блин, ну вообще, Андет, когда ты уже универы ставишь? Давай ты тоже как-то притормозишь, а? Я универы не ставлю. Ай, ну извини, я про Влада говорю. Притормози, попучий. Ну я могу притормозить, но тогда же вы придете меня сносить, правильно? Ну, точнее как, я не сильно, но я беру карточку, окей, компаса будут не по 8, а по 4. Компасов у меня 1, 2, 3, 4, 5. 5 компасов. Станет на сколько меньше получается? На 20 науки меньше будет, 120. Я как бы не против, блин, ну... себе не могу сделать, к сожалению. Просто золотой век, а я очень много строил центров коммерции, чтобы в темном веке бонус получать хорошо. Нет, ну подожди, я тоже строил много коммерческих центров. Ну, типа, Сколько городов у тебя сейчас торговых путей? 6 из 8. 7. Окей, у меня тоже 6 из 7. Тогда не знаю, что сказать. Где-то ты зачитил. Так, а про города государства никто не рассказывает. Привет, где, да? Здорово. Вот где у тебя дуболом. Ну, раз никто рассказывает про города государства, я не буду ничего ни с Андеткой делать, ни с Владом. Типа, что мне напрягать? Я не знаю, я знаю. Дайте. Честно, я знаю два золотых и два... Родитесь, давай дружбу и право прохода, я тебе рассказываю про ГГшки. Давай. Так тебе что, как что сказал? Я, Лёша, бесплатно рассказал, а ты продаешься. Я не слышу, я пропустил. Ну, рассказывайте. Я сказал, иди до балома просто еще. Ну, блин. Так. Этого рабочего сюда. Покупаем еще одного. Караванчики. Ладно, слушайте, кому ислам нужен? Кого взрывать? Мне немец приноси. И Лёша. Андерка. Мне можешь приносить. Ислам? А чё там? Да не, набрал расходы. Да, нормально, давай. Лёш, мы же договорились, что я тебе показываю ГГшки, а ты про проходы и дружбу. Ну, а где ГГшки? Вот я пометки поставил. Ислам, я не вижу нигде. И будет религиозная победа. Под жаданцем. Нужно всех обратить по 50% городов у каждого человека. Это нереально. 10 человек это нереально. И там просто, смотри, еще раз. В смысле, одна ГГшка? Две? И все? То есть ты знаешь только две ГГшки? Нет, все ГГшки, почему же только научные? Все? Антиохия слева от этих двух.
в Кахоке между мной и этим Малей. Кахокию я нашел и сам. Ну, Наску, короче, можешь не считать. То есть ты знаешь только 6 ГВшек, да? А есть еще на Сгораму, а нас на над этим и подо мной между нами. Воин Сайрос ты нашел, скорее всего. Так, Лёша, союз кинул. Принял. А мне. А, экономический. Да, вы научитесь. У меня все есть, кроме культуры. Я тебе кинул научный. Тут плюс 2. И тут еще будет район, нормально. Нормально. Так, в Кампинусе надо ремонтировать рынок потом. А, ну в Кампинусе это все, что осталось вырубить, в общем-то. Так, в Кумбисале, наверное, отправлю. Или в Афины. Эти в Афины. Так, и мне надо поселов. Здесь в очередь поселенца. Любимец, прими сделку. Так, дальше исследуем гильдии. И еще одну следом. Тут же у нас, да, соседство центра коммерции. Чай, это, у меня хлопок. А, есть. Тут окей. Ничего пока не меняю. Нету, кидай. Я перепутал сам. Пару бы всадников построить на самом деле не помешает, и не успел рабочего купить за веру. Грек сделал. Так, значит, ниже шотландца. Мне вот сюда надо идти. Я так понимаю. А, в Сан-Пауло торговец готов. Плюс 2 действия, да? Это отлично, это берем. Торговца может так? Слава, я только увидел Везувий, если честно. Слушай, так, что там с Мачу? Ой, Мачу Пикчу кто-то прикольно построил, блин. Я даже не успел увидеть, кто. А что прикольного, он мне помпс не дает. Мне просто он был подобрать. Даже из Форталезы не бегает, да? Эти Форталезы купим. Торговца. В Сан-Паулу. Давайте, пожалуй, амбар. Так, тут надо все в производствах обрабатывать.
Блин, а кто? А Мачу-Пикчу кто построил? Грек, этот немец. Ну, жопа. Ганзы. Короче, у меня такое предложение. Пускай шотландец с греком воюют прямо сейчас друг с дружкой. Кто победит, тот классный парень. А мы как раз развиваться будем. Шотландец с немцем, может? Шотландец с немцем, я так и сказал. Шотландец так с немцем. Шотландец. Форталеза. Так, этот... Я, в принципе, не против, но мы очень далеко друг от друга. Там невозможно воевать на этом этапе. Вообще нету морских ресурсов для обработки. Ну, вон янтарь. Только если, который сейчас счастья не дает. Что, еще один караван доступен? Так, из Рио-де-Жанейро бегает, из Манауса бегает, из Форталеза бегает, из Сан-Паулу бегает, из Кампинаса. Вот, из Кампинаса не бегает. Здесь купим. Не хочу за веру, хочу веру оставить на рабочих. На покупку рабочих. Так, здесь надо овец этих вырубить, и здесь у меня кампус будет. Таймер! Слушайте, я один ничего не успеваю. Вот у меня предложение биологический перерыв сделать. Не знаю, может там хотите через ход. Я бы на начале 70-го поставил паузу. Ну вот давайте, на 70-й перерывчик минут на 10. По зязе. Города государства хотят. Копейщик, я помню, летучий отряд, уличный карнавал. Кстати, с уличным карнавалом я согласен. Блин, тут еще надо вырубить. Опять не купил. Нет, я купил, наверное, не туда пошел. Ну, Бел, убери коня от Москвы, пожалуйста. Спасибо, что напомнил, я про него забыл. Обращайся. Есть вообще какие-то баны, кстати? Нету. В Рио-де-Жанейро недостаточно жилья. У тебя есть книжки лишь? Пока нет. У меня есть. Это кто говорит? Что? Русский. А, блин, я тебя не нашел. Ищи. Так, вот мы. Где-то, кстати, русский. Мы немца гнобили, а с шотландцем тоже союзы все позаключали, да?
Мне только полтора союза, я бы сказал. Где-где, русский, ты живешь? Около кого хотя бы? Право вниз от немца. Право вниз, окей. Под голландцем, да? Возле Кардиффа. Если Кардифф надо сносить, ребята. Если вы можете, вот прямо сейчас идите сносите или к ним перекупайте. Да кто? Куда? Он прям рядом с этим. С голландцем, и там нету больше никого. Ну, голландец или захватывает, или удерживает, чтобы немец бонус не забирал. Нормально у тебя тут, конечно, рудники такие, брат Кавка. Я прям сотрю так, прям завидую. 1, 3, 4 или что? Разведчик. Вот эти, маленький, которые возле моего разведчика. Ой, ну это еще не сам Борис. И разведчик. Немец еще и ученого забрал. На что, на библиотеке или на этот? Универ. А уже на универе ученые идут, да? Грустно. Пока не хочу тропические леса вырубать, пока не стоят все кампуса. О, блин, какой... Мандинго, смотрите, какая... Заснеженное плато Мандинго. А кто-нибудь находил затерянный мир Мандинго здесь? Такой в горах. Тундра такая, заснеженные холмы. Тут вполне можно потеряться. Да, я иду туда город ставить. Ты туда город идешь ставить? Да. Сделай шахту. Зачем? Его разведчиками. А ты не видел, какие там горы? Ну да, ну и что, только ради кампуса чисто город там поставить? Ну да. Но у меня куча веры, и у меня как бы халявные поселенцы. У меня даже магнус прокачанный, чтобы не снимать. Ну, бед предложение. Так, ну, я ставлю паузу в начале следующего хода, да, правильно? Да. Да, да, давайте, давайте. Или верфь открыть пока. Давайте верфь. Там как раз какой-то ГГшка копейщика хочет. Мы его купим. Да хватит, ну андетка, хватит, хватит. Все, через 10 минут встречаемся опять здесь. Можно быстрее. Окей. So, около немца две ГГшки. Одна религиозная, вторая... Какая вторая? Тебе какая, религиозная или золотая? Ну, у него золотая кахоки и религиозная еще есть, да? Наска, да. Блин, вот тут видите, промышленная зона. Кавка, прими сделку, я погуляю. Я тебе, если тебе не напряжно. Ну, Биа, ты можешь мне дать право прохода? Ну, влево, ну, я не знаю, просто у меня сверху горы, буквально там... Вот. Ой, это Саладин. Так, Саладин, надо поменять. Немец, ты мне дашь проход? Давайте я возьму еще строителя. Просто, теперь да. Здесь надо все-таки поставить пока учетные банки. Я хочу... А здесь знаю. Бонус центра коммерции хочу, пока. Да. Да, я знаю, что убрал с поселенцев, но что поделать? Будет просители. Нужна наука. Нужна... Мелко берешь. Наука. А, блин, я не могу под Магнуса тут вырубить. Жаль. Ну ладно. Давайте, может, для Рио-де-Жанейро это вырубим. Чтоб пусел уже сделался.
Так, и обратно Манаусу отдадим клеточку. Дальше. Слушай, а куда ты, детка, этого все ученого ведешь? Куда тебе, где его тебе надо активировать? Я его просто разведу. Он этот античный ученый. Блин, Мали, ну серьезно, что ты там город всунул, ну? Где да вы я? Достали. Что грек, что Мали. У обоих куча территории, блин, всунул этот Таудени свой. Ты бы сказал. Что сказал? У тебя куча территорий. Вот хер сюда вот прям переть вот в это место. Не надо, насчет кучи территорий ты не прав. Ну как-то я не прав, если я вижу всю территорию Мали. Ты бы сказал, ты ж видел, когда всадником ходил, и мы тут три хода я ходил своим разведом. Ты бы просто сказал, на самом деле, я бы его не поставил. Что говорить? Кавка, послушай, почему дурачка постоянно все включают какого-то? У тебя куча да территории. Дурачка, из все, из всех территорий. То есть ты выбираешь из всей территории, которая у тебя есть, то место, где я еще могу город поставить. Ты идешь именно туда ставишь город. Ты не ставишь город, где у тебя сверху, вот. Где, то есть ты оставляешь эти территории на потом, чтобы потом можно было там поставить город. Так ты делаешь так, что сосед, так как ему некуда города ставить, он будет вынужден тебе объявить войну, чтобы были какие-то шансы на победу. Ну это же, блин, логика обычная. У меня нету территории. Вот, вот у меня нету территории. Просто все. С одной стороны грек, с другой ты, с третьей шотландец. Влезли, всунули города все равно. Я тебе еще раз говорю. Ты бы просто попросил. Все. Что попросил? Не ставь туда город, пожалуйста. Я. Ну ты же не попросил про свой город. Ты же не попросил? Видел, Леша. Я ничего не видел. Но ты видел. Да что я видел? Ты всадником ходил? Ты ходил тут всадником, а я след. У меня нету всадника. У меня нету всадника. Это не я ходил. У меня нету всадника. А, ну сорян. Это Аравия тут плавает. Ну как бы, я почему-то думал ты, потому что у вас цвета похожи. Ну извини. А, Колизей кто-то увел, а? Ну что ж такое-то? Ой, я задумался. Я думаю, что мне здесь надо карнавал построить. Увел, а где, кстати, 15 жителей? Убивать. Блин, а как бы мне так увеличить население здесь? Ладно, давайте в универ пока. Блин, у меня, да. Видите, некуда посела получается. То есть у меня только два места осталось, все. Отлично. Как ураганы у них возникают, я не могу понять. Ну, я хочу Мали, значит, сносить просто. Ну, у меня нету выбора, блин, чувак. Не, я понимаю, что нет, он... Я понимаю, что вы тоже напишите, ты мог сказать, там, прочее. Ну, серьезно, ну, вот смотрите, куча территорий, вот это хорошее место. Нет, он сюда не хочет идти. Он не хочет сюда. Он ему вот надо сюда всунуть. Потому что я там могу город поставить, тоже логично. Но раз я больше нигде не могу города поставить, мне придется нападать на него. Что тоже логично. И это надо учитывать, когда ты ставишь города рядом с соседом. Ну, Сап, смотри предложение. Что там у него, кстати, с развитием? 129, а с культурой 90. Ну, все неплохо, конечно. Ну, всех есть. Ну, вот еще территория с его этими пустынями. Привет, Мастамус. Привет. Так, я до них не встретил Барыгу и Томаса. А кто вы вообще? Где вы живете? Я япончик рядом с Голландией. Понял. Может, на лошадей поставить? Тут, кстати, кампус возможен. Ну, не знаю, я хочу объяснить. Ну или в долг, можно так. Нет, я хочу объяснение с целью.
Можешь, я не знаю, там, написать в этом. На шоколадку. Может, морских юнитов построить уже? Давайте. А, и торговая республика. Рынок, маяк. Нет, давайте этих галер. Две штуки. Ну, мне их на самом деле уже две не надо строить. Потому что то, что они ускоряют, я открыл. Но не помешает. Две гавани, кстати, в Манаусе. Так что, немец, ты что, не скажешь или нет? Я же сказал, ананаску я хочу. Вот, сейчас ну, вырастет, кинь, и тут можно гавань тоже будет сделать. Банковское дело. Как-то городов наставил мобилец. Просто жесть. Миллиард городов. Там мало городов поставил. Сколько у тебя сейчас всего? 9. Мало и правда. А, так у нас вообще внутреннее море, прикольно. То, что ниже, да, ну, но тут здесь, с двух сторон, тут внутреннее море. Я все никак не дойду до этих городов-государств научных. Вот, там поэтому столько науки у людей, потому что они нашли ГГшки. Прикольно. Внутреннее море, Россия, я, этот, голландец и свыше немец. Тоже внутреннее море. Я что-то не пойму, тут чудес света вообще не завезли. Да, кстати, я ни одного еще не находил, между прочим. Я уже не знаю, который век иду, ничего нет. Кто-нибудь находил вообще? Просто мы не спрашиваем, какое, но просто они да. Есть? Ну, одно я знаю. Ну, я нашел одно. А, да, у кого-то же столица рядом с чудом, я помню, кто-то сказал. А, нет, я у меня, нашел. У меня. У голландца два чуда. Да, у голландца два чуда. У меня повезло. Одно есть. О, Россия. Ой, я Россию нашел. Вот ничком, пацанчик. Так. Я, наверное, все-таки на лошадей тогда поставлю. Да, ну, все очень плотно. Так, а Магнуса может уже куда-то пересадить? Где я что еще хочу вырубить? Да, в общем-то, все остальное мелочи. Ладно, тогда не будем трогать. Гутен так, мил. Тут пока никуда. Стоп. Блин, кампус не поставил соседство. Поставил соседство коммерческого района, но не кампуса. Вообще нормально. Нет, там тоже хорошая карточка, но в данном случае во время героического века надо это держать. 6 ходов осталось. Хорошо. Алексей, я отойду на следующий ход. Закончились точки действия. А, чего? Меня возят в твоего поселка, я отойду на следующий ход. Так мне там не надо, мне туда не надо. Ну ладно. Я рад, привет. Привет, а там чудо света есть какой-нибудь? Ну, тут кампус получается. Нет, я налево, по здесь поставим. По морю ты не найдешь ничего. Три, а, вот пять. Ага. А почему здесь? Так, ага, понял почему. Очень. Да. Ну, давайте выкуплю на всякий пожарный. Дальше.
Поведем туда рабочего. Дальше покупаем строителя. Ну, я не знаю, я, наверное, пшеницу тут поставлю. Дамбу может сделать. Так у Лёша все нормально тоже с наукой более-менее. Как-то все начали выравниваться. Ну, я думаю, что конец героического века покажет, у кого что нормально. Да, сейчас же все в героическом выборе. Или хотя бы. На этом пока все. Спонсоры канала уже сейчас могут посмотреть продолжение, а все остальные увидят его завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!